Привет, друзья! Дача, солярий, фитнес и тренажерный зал советского человека. Наши уютные загородные домишки, сплетенные из грез и слез. Как расслаблялись после ударной трудовой недели. Дали участок леса, надо было выкорчевать какие-то деревья. И где заказывали стройматериалы счастливые обладатели шести соток. Я помню все детство, как сосед делает двухэтажный дом. Ну, из досок, которые на помойке найдет. Дача. Счастье по-советски. СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным. В субботу в 13:40.